Когда я получил прощение грехов, если мне рассказать, чтобы я вам рассказывал о том, как Бог действовал, например, человек, который не умеет хорошо возить машину, знаете, чем ему получить права, намного легче жить жизнью по вере. Знаете, когда я получал права на вождение, я хорошо знал теорию. Когда я сел за руль, знаете, я нажал на газ, и потом мне стало так страшно, что я нажал на тормоз сразу же, чтобы машина могла спокойно начать двигаться, а потом, чтобы могла спокойно остановиться, это было очень сложно. Сейчас, конечно, уже десяток лет прошло, как я за рулем, поэтому я вожу машину. Но в первое время я помню, что всегда мне дорога казалась такой маленькой, а машина такой большой. Мне казалось, что я прикоснусь к рядом стоящей машине. Однако постепенно я начал привыкать к вождению. И тогда я видел, что дорога становится передо мной широкой, а машина маленькой. И поэтому даже если очень узкая дорога, я могу проехать сейчас. А раньше же для меня это было очень сложно. Так вот, если сравнивать жизнь по вере и водить машину, то на самом деле духовная жизнь, она намного выгоднее, чем научиться водить машину. Просто выгоду невозможно сравнить. Однажды я был в городе Кимчоне и встретил миссионера Джон Эндерсона. Он сказал: «Поехали со мною». Я поехал с ним. Мы поехали на станцию вокзала города Пучон. И туда приехала одна сестра очень высокого роста. Мы поздоровались. «Здравствуйте». Она сказала: «Меня зовут Ким Йонг Су». На вокзале города Пучон я познакомился с моей будущей женой. И миссионер Ким Эндерсон познакомил нас. Мы были у нее, приготовили карри-райс. А это история, которую моя жена очень любит. Это было рядом с городом Инчоном, поэтому там была очень солёная еда. До сих пор помню, насколько она была солёной. Потом мы женились. В 77-м году мы женились. 4 апреля. Но за это время много времени прошло. Самый близкий человек для меня в этом мире — это моя жена. Да, мы до сих пор хорошо ругаемся. Конечно, не кулаками. Я, когда женился с моей женой, у нас была душа, которая любит друг друга. Моя супруга приняла это мое сердце, и когда наше сердце соединилось, это было возможным. Если бы наши сердца не были бы соединены, эта свадьба бы не состоялась. То же самое касается в отношении с Иисусом. Должно быть одно сердце. Поэтому, брат Ким Чжуан, да, может, Иисуса мы не видим глазами. Однако в нашем сердце, если соединиться с сердцем Иисуса Христа, тогда все решится. Но что нужно сделать для того, чтобы наше сердце соединилось с Иисусом? Когда я прочитал Библию, Иисус, Он исцелял всех больных. И такой Иисус, Он 100% хочет тебя исцелить. И если у тебя будет такая вера, тогда болезнь рак — это не проблема. На то время врачи говорили, что осталось совсем немного. Может день, может два дня, но не больше. «Брат Ким Чжуан, я выхожу. Все, пока». Я попрощался с ним. Интересно, через неделю мне позвонил брат Ким Чжуан. «Пастор, здравствуйте!» Знаете, неделю назад у него в голосе не было силы, а теперь у него в голосе чувствуется сила. Я спрашиваю: «Как у тебя дела?» Он говорит: «Хорошо, пастор». Я спросил: «Почему ты звонишь?» Он говорит: «Пастор, меня выписывают с больницы». «Правда?» Вчера врачи просмотрели и сказали, что нет клеток рака в моем организме больше. Мы имеем Господа Бога. И наш Господь Бог, когда ему более всего обидно? Да, есть люди этого мира, которые не верят в Бога, не будут верить в Бога, тогда ему не важно, потому что все равно они не верят в Бога. А люди, которые называют, что они верят в Господа Бога, и если такие люди не верят в Господа Бога, тогда представляете, как Богу обидно за это.
Мы привыкли жить тем, что видим. Тем, что мы видим, то, что мы можем потрогать, об этом мы хорошо знаем. Однако нам очень сложно понять Господа Бога, которого невозможно потрогать, почувствовать. Однако важно, чтобы наше сердце соединилось с сердцем Господа Бога. Сегодня мы в книге «Эсфирь» могли прочитать очень удивительную историю. На то время был царь Артаксеркс, и у него была царица Астынь. Однажды царь Артаксеркс проводил пир, и царица Астынь была очень прекрасна внешне. Я думаю, что она была намного красивее, чем сестры, которые в нашем зале. И однажды, во время этого пира, о чем подумал царь? Как мне хочется показать эту красоту моей царицы гражданам нашей страны. Конечно, сейчас есть телевизор и камера, через которые могут показать. Однако в то время не было этих устройств, поэтому он позвал своих слуг, чтобы они пригласили Астынь, которая нарядится под царский и предстанет перед подчиненными. Однако царица Астынь не пришла. Поэтому царь приказал слугам позвать Астынь, но Астынь отказала ему, поэтому ему было очень плохо, он разгневался, он ждал, но она не пришла. И поэтому он спросил своих подчиненных: «Моя царица Астынь не пришла на мой зов, что нужно сделать в такой ситуации?» Тогда один из подчиненных сказал: «Царица, она сделала неправильно не только перед царем, но перед всем нашим народом. Если бы слух о том, что Астынь, царица, отказала приказу царя, тогда все жены нашей страны будут противиться мужьям, поэтому нужно выбрать себе другую царицу, а Астынь выгнать». И с того дня Астынь была изгнана из царского дворца. И следующей царицей стала Эсфирь, которая верила в Господа Бога. И двоюродным ее братом был Мардохей. И Эсфирь стала царицей. И после этого что произошло? В стране было большое возмущение, и поэтому царь, он возвысил Амана, и поставил его сразу после себя и дал всю власть свою ему. Однако Амань однажды, когда он проходил, все поклонялись ему, однако Мардохей не поклонялся. Поэтому он спросил: «Почему ты не поклоняешься мне?» Тогда Мардохей сказал: «Я верующий в Господа Бога, я поклоняюсь только одному Богу». Тогда Аман, он решил, этого Мардохея одного убивать слишком мало, я должен устребить всех иудеев. И поэтому Аман пришел к царю, выбрал один день. 13 декабря, 13 день, 12 месяца, он решил истребить всех иудеев и получил разрешение от царя. И приказ царский был возвещен во всех городах царства. И тогда все иудеи положили в речище и пепел на себя. И Мардохей тоже не может войти в царский дворец и находится во речище. И весь об этом дошло и до царицы Эсфирь. И поэтому Эсфирь, для того, чтобы войти во дворец, нужно снять вретище свое и нужно надеть новую одежду. И поэтому послала одежду. Однако Мардохей не принял одежду. Тогда она спросила, что случилось. И тогда Мардохей сказал о том, что Аман сейчас хочет истребить всех иудеев. И таким образом, что говорит Мардохей, царица Эсфирь? Ты пойди к царю и попроси его за народ свой. Вот о чем он сказал ей. И об этом доложили Эсфирь. Но как в нашем стране закон говорит,
что во внутренний двор всякий, кто войдет без зова, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипер, останется жив. А я, незваный к царю, вот уже 30 дней. Что делать в такой ситуации? Она спрашивает. Тогда Мардохей снова говорит ей. Что он говорит? Не думай, что ты от нас спасешься в доме царском из всех иудеев. И что он говорит затем? Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты, дом отца твоего, погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? Смотрите, в этом слове есть очень важное сообщение, которое Библия хочет нам передать. Иудеи все погибают, а Эстер, она царица. И на самом деле она может пойти к царю и сказать, попросить о помиловании. И тогда будет очень хорошо. Но проблема заключается в том, что без приглашения к царю не могут прийти. Если придет кто-то без приглашения царя, тогда его ждет смерть. И поэтому страх начал наполнять сердце Эсфир. Это не только история об Эсфир. Когда мы передаем Евангелие, у нас происходит деяние. Господь Бог благословляет нас, и очень хорошо кажется нам. Однако в этом мире всегда происходит борьба между дьяволом и Богом. И когда мы хотим выйти к Господу Богу, дьявол дает нам страх, дает переживания, и нам кажется, что у нас ничего не получится. Вот о чем хочет это слово нам сказать. И тогда Мардохей говорит, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Смотрите, в первой главе книги Эсфир рассказывается о том, как Эсфир становится царицей. Господь Бог. Интересно, Он уже заранее, понимаете? Заранее. Что Он знал? Он знал, что Аман будет планировать смерть всех иудеев. И для того, чтобы спасти иудеев, кого Бог приготовил? Бог заранее поставил Эсфир царицею. Господь Бог уже приготовил Эсфир царицею. И, уповая на Господа Бога, ей нужно просто пойти к царю. Однако, есть проблема в том, что если кто-то придет без приглашения царя, тогда его ждет смерть. И интересно, в такой ситуации Мардохей говорит, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском. Для этого ты стала царицей. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». Об этом говорится в этом слове. И для Эсфир в ее жизни Господь Бог дает возможность совершить самое ценное дело в ее жизни. Однако, это не просто можно сделать. Дьявол всегда дает переживание, и ей кажется, что не получится, что она погибнет. Именно такую душу дает дьявол. И Господь Бог, Он заранее это уготовил. То, что я стала царицей, было для того, чтобы спасти иудеев. Если я не пойду к царю, тогда иудеи погибнут. Господь Бог, Он хочет спасти иудеев, а значит, у меня должна быть вера, что Господь Бог и спасет меня. Однако Эсфир было очень страшно пойти к царю. И Мардохей говорит ей, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты, дом отца твоего, погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». И через эти слова Эсфир понимает, что «А, вот оно как!
то, что я стала царицей, это не просто я стала царицей. На самом деле нет причины, чтобы я стала царицей. Однако для того, чтобы спасти израильский народ, Господь Бог сделал меня царицею. А значит, воля Господа Бога заключается в том, чтобы я спасла израильский народ. Следовательно, Бог приготовит путь, чтобы спасти и мою жизнь. И тогда она говорит: «Собери всех иудеев в Сузах и 3 дня не ешьте, не пейте, и молитесь ради меня Господу Богу. И я с моими служанками буду поступать так же и пойду к царю. Если надлежит погибнуть, погибну». И она решила пойти к царю. Интересно, когда мы читаем Библию, в Библии очень интересно. Потом, если посмотреть Эсфирь, 5 главу, на 3-й день, то есть 3 дня она постилась, она одела царскую одежду, и царь находился во внутреннем дворе. Смотрите, царь сидел напротив входа в царский двор, внутренний двор, и царица Эсфирь надела одежду свою, и вошла. Когда дверь открывается, царь смотрит на двери и видит, что дверь открывается. Он думает: интересно, кто же это? Если проходить через эти двери, можно погибнуть. Кто же открывает эти двери? И вдруг открывается дверь. И начинает видеть платье Эсфирь. А затем Эсфирь заходит через эту дверь. Царь был очень удивлен. Царица, если войдет в этот двор, она ведь знает, что может погибнуть. Царица же, она не глупая. Почему же она входит сюда? Может, что-то случилось с нее? Почему же она рискует своей жизнью и входит в этот зал? Царю стало очень интересно. Поэтому, чтобы спасти ее жизнь, нужно прострить свой скипетр. И поэтому он простер золотой скипетр. На самом деле, если в этот момент царь находился на охоте, представляете, что случилось бы? В этом зале, если бы находились бы гости из других сторон, поэтому, если бы царь был занят и не заметил Эсфирь, что бы случилось с нею? Или бы, если бы царь пошел бы обедать, или же находился за столом и пил бы вино, что бы случилось с Эсфирь? Она бы погибнула. Однако, когда Эсфирь вошла в зал, интересно, царь смотрел в тот момент в сторону двери. И когда он простер золотой скипетр, тогда подошла Эсфирь и коснулась конца скипетра. И она проверяет, действительно, она спасена или нет. Затем царь спрашивает: «Что тебе, царица Эсфирь? И какая просьба твоя?» Другими словами, он хочет узнать, что случилось. Он говорит: «Какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Эсфирь очень осторожно отвечает: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Он пришел на пир. Царю было любопытно только одно – узнать причину, по которой Эсфирь, рискуя своей жизнью, вошла во внутренний двор. Если бы в тот момент меня бы не было бы на месте, тогда бы Эсфирь бы погибнула. Во время пира он спрашивает: «Царица Эсфирь, что тебе, царица Эсфирь, какая просьба твоя? Даже до упалу царства будет дано тебе». Тогда что говорит Эсфирь? «И завтра я проведу пир, и завтра сама нам придет на пир».
Да? Царю очень любопытно. Мне кажется, если бы я был на месте царя, я бы не смог бы удержаться, и поэтому сказал бы, это приказ, сейчас же говори, в чем же твоя просьба? Почему же ты рисковала своей жизнью, вошла во внутренний двор? Вечером царь не мог уснуть. Он думает, интересно, ведь что-то точно случилось. У Эсфир, что же случилось? И он читал дневник записей. И там было написано о том, что Мардехей спас жизнь царя. И спросил, вознаградили его? Сказали, что нет. Тогда он думал, интересно, что же дать ему? И в этот момент Аман пришел к царю для того, чтобы убить Мардехея. И чтобы для этого нужно было получить разрешение царя. И поэтому царь позвал Амана и спрашивает, есть человек, которого я хотел бы возвысить и отличить почести, что нужно сделать? Тогда Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И он подумал, что же сказать царю? И потом говорит, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, что же можно предложить? Да, я все попробовал, но я не пробовал надеть венец царский. Я не надевал никогда одежду царя. Я не ездил на лошади царя. И поэтому Аман говорит, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевался царь, и принесут коня, на котором ездит царь, и возложит царский венец на голову его. И царь был удивлен. Он понял, что этот человек хочет надеть венец царский. Он увидел, что на сердце у царя. Он понял, что Аман хочет одеть одеяние царя, хочет ездить на коне царя. Другими словами, он хочет мое место. Тогда царь говорит, тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардехею иудеянину. Аман подумал, о, голова болит, я пришел для того, чтобы получить разрешение о смерти Мардехея. Знаете, такая история. Очень часто происходит, когда мы ведем духовную жизнь. Конечно, может быть, моя жизнь не была в такой опасности. Однако каждый раз, что я вам могу точно сказать? Я видел, что как Господь Бог на моей стороне и работает, даже если весь мир против меня. И Господь Бог учит меня. Пастор Пак, пойми, то, что Эсфир пошла к царю, она рисковала своей жизнью. Однако, когда она хотела пойти к царю, она понимала, что это очень опасно, что есть большая гибель перед ее жизнью. Если бы она боялась бы смерти и не пошла бы к царю, тогда бы весь израильский народ бы погиб. Она рисковала своей жизнью и пошла к царю, и смогла спасти свою жизнь. Вот что хочет Господь Бог нам показать. Дальше, братьям и сестрам, что же Господь Бог хочет сказать? Чтобы спасти народ, когда я передаю Евангелие, наши соседи получают спасение, и это большое счастье. Пойти в другой город, передавать слово, поехать к индейцам, поехать в Латинскую Америку, поехать в другие страны. Каждый раз тогда я видел, как Господь Бог помогает нам и благословляет нас. За это я был очень благодарен Богу. Я был очень Ему благодарен. Однако, каждый раз, мне кажется, что будет проблема, что будет трудность, что не получится у нас. Именно поэтому в этой ситуации Эсфир, она могла сесть на месте. О, я должна пойти к царю и спасти. Но если я пойду к царю, в такой ситуации, когда царь не звал нас, тогда я могу погибнуть. А может быть, мне в следующий раз нужно будет прийти, а в этот раз я просто упущу эту возможность. Разные мысли приходят к ней. Однако Мардехей говорит, что не думай, что ты от нас спасешься
в доме царском, если ты промолчишь сейчас, то спасение иудей придет из другого места, а дом твой и дом отца твоего погибнете. Может, для этого ты момента получила царского достоинства. Мардохей — это двоюродный брат Эсфири. Но если ты промолчишь сейчас, то мы все погибнем. Даже если это не так сильно рискованно для жизни, но когда мы приходим к царю, мы можем спастись. Но всегда есть препятствие, которое называется страх. Я начинаю переживать, а вдруг я погибну, а вдруг что-то со мной случится. И мы через Библию можем ясно увидеть, как мы стоим на месте. И Бог говорит, тебе не нужно бояться, как Эсфирь, и идти с дерзновения вперед, тогда ты сможешь спасти как израильский народ, так и всех. Вот о чем рассказывается в Библии. Я, когда передавал Евангелие, были моменты, когда мне было очень тяжело и трудно. Я задавал себе вопрос, обязательно ли так нужно поступать? Когда у меня не было веры в Господа Бога, мне казалось, что я погибну. Часто мне приходили такие мысли. Ни разу Господь Бог не отворачивал своего лица от меня. Я видел, как Он всегда помогает мне. Он всегда защищал меня. Он всегда действовал в моей жизни. И каждый раз, когда я читаю Библию, я так благодарен Богу. Потому что, когда Эсфирь пошла к царю, она совершает удивительное дело, рискуя своей жизнью. А то, что у меня стоит, на самом деле, оно не настолько опасно. Другими словами, ей нужно совершить очень большое дело. И она начинает думать, а вдруг есть в моей жизни что-то случится? Если у нас будет такое переживание, тогда мы не сможем войти в благословение Господа Бога и будем жить просто тем, чем мы привыкли жить. Однако через Библию мы можем научиться. Эта Библия, она такая благословенная. Когда наша миссия только начиналась, наша миссия, она не была большой. Даже не зная язык той страны, мы просто сажали братьев и сестер наших на самолет и отправляли. Пастор Ким Бам Сок, когда летел в Бразилию миссионером, на то время мы даже не умели отправлять миссионеров. Поэтому мы сказали, езжай в Бразилию. Он спросил, а как ехать? Купи билет и лети. На то время авиакомпания Корене летела до Бразилии, и нужно было 30 часов примерно лететь. Я сказал, садись в этот самолет, и в самолете будет много корейцев. Там будет много корейцев, которые живут в Бразилии. Если ты будешь 30 часов передавать слово им, тогда кто-то из них получит спасение. И попроси у них, чтобы они помогли найти зал. Знаете, некоторым нашим служителям спрашивают, скажите, у вас есть миссия в Корее? Они говорят, да. И вы отправляете миссионеров в таком состоянии, спрашивают у нас. Но сейчас же наша миссия стала самой большой миссией в этом мире. Пастор Чу Сон Чжу, когда ехал миссионеров в Коста-Рику, он ничего не знал. Он не знал ни одного слова на испанском языке. Однако, чем те миссионеры, которые поехали, зная язык, приобрев все. А если человек едет, ничего не зная, тогда мы можем увидеть, что служение, наоборот, улучшается. Другими словами, мы используем такой метод служения, который признан в этом мире лучшим. Знаете, взяв вещи, поехали в Коста-Рику, на границе спросили, скажите, что это? Не знают испанский язык, а на таможне все в основном говорят на английском языке. А пастор Чу Сон Чжу, он не знает английский язык, поэтому он просто улыбался в ответ. На таможне они не могли понять, что случилось, потому что невозможно разговаривать.
Он продолжал просто сидеть на месте. И на таможне подумали, что же делать. Потом прошло 2 часа и сказали, ладно, уходите. На улице темно, ничего не видно, и они не знают ни одного слова. Когда они вышли на улицу, вдруг кто-то с улицы спросил, «Скажите, вы не миссионер случайно Чо Сон Чжу?» Он был удивлен. «Да, я миссионер Чо Сон Чжу». А оказалось, эта женщина живет в Коста-Рике, и скорее ей позвонили. Подруга позвонила, сказала, «Знаешь, сегодня очень интересная вещь произошла. Один мой знакомый поедет миссионером в Коста-Рику, однако говорит, что он не знает ни одного языка, не имеет знакомого там. Поэтому слушай, я знаю, как его зовут только. Его зовут Чо Сон Чжу. Ты бы не могла бы помочь ему?» И таким образом она приехала на вокзал. В тот день они переночевали у нее, и потом она очень многому помогла, чтобы найти квартиру там. И в то время он совсем не знал испанский язык. И он пригласил учителя, начал изучать испанский язык. Ему хотелось где-нибудь рассказывать Евангелие. И поэтому он собрал людей, которые преподавали ему язык, и корейцев, и потом начал передавать слово. Интересно, когда он говорил на испанском языке, тогда они совещались, что же это слово значит. А потом, поняв, что он имеет в виду, они продолжали общаться. Интересно, хотя в невозможных условиях это все происходило, но эти люди получили спасение. Смотрите, может быть, порой нам кажется, что у нас все хорошо, однако из-за того, что наши глаза закрыты, поэтому мы не видим. Однако Господь Бог, Он никогда не оставляет нас на такой стороне, которая нам непонятна. Потому что нам нужна вера для того, чтобы мы могли вести духовную жизнь, веруя, что Господь Бог будет действовать. Поэтому Эсфирь, когда стала царицей, она не могла стать царицей на самом деле, потому что Астынь, которая имела очень красивый внешний вид, она была царицей. Ей нужно было просто прийти по приглашению царя, но она отказалась. И в этот момент, когда меняли царицу, тогда Эсфирь подала заявление, и среди многих людей царь выбрал именно Эсфирь. Мы не знаем, почему это стало возможным. Однако Господь Бог уже знал о том, что Аман все приготовил, чтобы уничтожить иудеев. И поэтому Господь Бог подумал, что же сделать, чтобы спасти израильский народ? И Бог сделал, чтобы Эсфирь пошла к царю и смогла спасти израильский народ. Во второй день, во время пира, они выпили вино. Царю было очень любопытно, что же случилось с Эсфирь. И он говорит, ну расскажи, что случилось у тебя? Да, он же не может умолять ее, потому что все равно есть положение определенное. И поэтому царь спрашивает, царица, в чем просьба твоя? Какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе. Царица, отпустив голову, и со слезами начинает говорить, «Если я нашла благоволение в царя, дай мне жизнь мою и жизнь народа моего». Царица в слезах просит о жизни. «Если бы нас продали в рабство, я бы умолчала,
Но как я могу молчать, когда вижу, как мой народ умирает? Царь, он был разгневан. Как это? Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так? Царь начал гневаться. Эсфир говорит: враг и неприятель этот злобный Аман. Царь был разгневан. Как такое может быть? Я доверился Аману, а он хочет убить царицу, хочет убить народ царицы и хочет убить Мардохея, который спас мою жизнь. Царь не мог выдержать гнев свой и начал кричать. Аман понял, что он сейчас погибнет. Он не знал, что делать, и поэтому он сел на колени перед Эсфирь и начал просить: спаси жизнь. Но когда царь вернулся, он видит, что он держит за ноги царицы и говорит: даже и насиловать царицу хочет в доме у меня, говорит царь. И на том месте, на том дереве, где хотел Аман убить Мардохея, Аман был повешен. Когда мы читаем Библию, нам кажется, что это просто история, ничем не особенная. Однако Господь Бог, Он показывает, что когда Эсфир пошла к царю, чтобы спасти жизнь иудеев, получила благодать Божию. То же самое, когда мы отправляем миссионеров за границу, тогда у нас есть многие трудности. Там есть разные болезни, проблемы, связанные с обстоятельствами. Таким образом, мы служили Господу Богу. Но что интересно, когда я читал это слово, здесь написано, что царь находился во внутреннем дворце и размышлял о чем-то и смотрел на дверь. И в этот момент дверь открылась. Это удивительно. Царь думает: интересно, кто это? Почему же открывается эта дверь? Если без приглашения войти в этот двор, тогда можно погибнуть. Интересно, кто заходит? Кто же это может быть? И он видит, что дверь открылась, и заходит Эсфир. Эсфир зашла сюда, и он простер золотой скипетр. Эсфир зашла, прикоснулась, проверяет, что она осталась в живых. Царь говорит: в чем просьба твоя? Даже до полуцарства я дам тебе. В такой ситуации Эсфир смогла спасти всех иудеев. Царица Эсфир символизирует невест Иисуса Христа, другими словами, нас. Когда мы становимся к царю, когда мы становимся перед Богом, когда мы идем к Богу, в нашей душе есть многие трудности и проблемы, о которых мы не можем описать словами. Однако Господь Бог, Он знает, что в этом мире есть не только один Бог, но также есть сатана, злой дух. Поэтому, когда мы занимаемся делами Господа Бога, когда мы хотим служить Ему, может быть, мы не чувствуем опасность нашей жизни, однако мы чувствуем бремя. А может, даже придет время, когда мы будем чувствовать опасность для нашей жизни. И Бог всегда помогает и защищает нас. Один брат поехал миссионера в Китай, и его депортировали.
Его депортировали в Корею. Он был миссионером. После этого он снова поехал в Китай. Однако в этот раз он подумал, если я узнаю, что я миссионер, меня могут депортировать. Поэтому он начал бояться и переживать. У него было двое маленьких детей, которые ходили в школу. И это была школа, в котором преподавали корейский язык. И он сказал, если учительница у вас спросит, профессия у отца вашего какая, вы не говорите, что я пастор, вы скажите, что я офисный работник. А если спросят, в какой офис я хожу, тогда скажите, офис, связанный с компьютером. И он начал так тренировать своих детей. Так, кто твой отец? Офисный работник. А в какую компанию он ходит? В компьютерную. Отлично. Так дети пошли в школу. И учителя, которые преподают корейский язык в китайских школах, в основном они из Северной Кореи. И, например, мы цифры считаем 하나, 둘, 셋, 넷. А учителя из Северной Кореи, они говорят 하나, 둘, 셋, 넷. Поэтому дети начали говорить, учительница не 셋, 넷, а 셋, 넷. И тогда учительница, она очень полюбила этих детей. Она спросила, где ваш дом? Скажите, чем занимается ваш отец? Они сказали, он офисный работник. А в какой компании он работает? Компьютерной. Хорошо. А какая у него должность? А что такое должность? Ну, понимаешь, например, в компании есть директор компании, руководитель отдела. А ваш отец кто? Он пастор. Так, дети рассказали, что отец-учитель, пастор, и тогда ученица сказала, давай поедем к твоему отцу. Дети, они испугались, они думали, что вот, отец ведь говорил, чтобы мы не говорили, что папа не пастор. Наверное, папа будет нас ругать. Учительница пришла и сказала, вы не ругайте ваших детей. Но знаете, недавно наши коллеги решили читать Библию в школе. По воскресеньям учителя собирались, чтобы читать Библию. Однако, среди всех учителей не было ни одного человека, кто бы знал гимны христианские. Поэтому два часа учителя просто собрались в этом месте и ничего не делали. На следующей неделе пришло только половину из нас. Они не знали, как молиться. Но они просили, Господь Бог, пожалуйста, пошли нам пастора, который может рассказывать нам об Иисусе. Интересно, пришли дети из Южной Кореи, и во время занятия она начала преподавать цифры «Хана», «Туль», «Сой», «Ной». Дети сказали, нет, надо говорить «Хана», «Туль», «Сет», «Нет». И такими милыми казались дети, и поэтому она спросила, а чем занимается ваш отец? Он работает в офисе. А в какой офис ходит? В компьютерный. А должность у него какая? А что такое должность? Ну, в компании есть директор, руководитель отдела. А ваш отец кто? Тогда сказали, пастор. И учительница сказала, пастор, пожалуйста, научите нас Библии. Он был так удивлен. Господь Бог таким образом открывает путь. Мы, будучи миссионерами, когда нам очень тяжело и трудно, таких случаев очень много. Хотя всегда нам кажется, что трудно. Однако Господь Бог, Он знал план Амана, который хотел уничтожить всех иудеев. Разве Бог ничего не приготовил? Он приготовил царицу Эсфирь. И он запланировал, чтобы Эсфирь пошла к царю. Однако, если бы Эсфирь не верила в Господа Бога, тогда она бы не смогла пойти к царю. Тогда пропадает смысл того, что Бог поставил Эсфирь царицею. Что говорит нам Библия?
проповедано быть во имя Его, Евангелию и покаянию и прощению грехов, начиная от иудеев. Для того, чтобы исполнить волю Господа Бога, Господь Бог нас поставил, чтобы мы пришли к царю и говорили, чтобы мы пошли к царю и свидетельствовали. Эти слова звучали в моих ушах. Когда мы передаем Евангелие, да, есть трудности, есть сложности, это правда. Однако Бог, Он на нашей стороне. Он действует на нашей стороне. Мы кровью Иисуса Христа получили прощение грехов. И эту удивительную благодать пришла от Господа Бога. Господь Бог хочет, чтобы теперь мы пошли. Бог говорит, чтобы мы пошли и свидетельствовали об этом. Есть разные препятствия, есть предел, однако, может, даже страшно нам. Но верой в Господа Бога, мы, если с дерзновением пойдем вперед, тогда Господь уже заранее все приготовит. Когда я был в городе Кимчон, Господь Бог приготовил для меня дом. Когда я был в городе Акуктон, Бог приготовил сестру Сон, которая работала со мной и передавала Евангелие. Кажется, что мы живем просто нашей жизнью. Мы можем увидеть только то, что перед нашими глазами. Однако Господь Бог же, Он видит, что будет через 10, 20, 30, 40, 50 лет. И Бог позволяет, чтобы мы передавали это удивительное Евангелие. Неважно, какая проблема стоит перед нами. Пока мы будем передавать Слово о Господе Боге через Иисуса Христа, какая бы проблема бы ни пришла, у нас должна быть вера, что Иисус Христос, Господь Бог, поможет нам. Дьявол, когда дает бремя нам, когда дает страх, когда дает переживание, когда дает сомнение, мы впадаем в это. Мы страшимся и ничего не предпринимаем. И в конце концов, нам становится стыдно перед Богом. Мардохей говорит, если ты промолчишь в это время, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? Да, действительно, Господь Бог в той школе, в которой были люди, которые хотели получить спасение. Может быть, Господь Бог послал нас туда. В тех работе, где есть люди, которые хотят получить спасение, может, туда Бог послал нас специально. И как? Если мы будем свидетельствовать Слово Господа Бога, то, начиная от одного до тысячи, десяток тысяч, Господь Бог будет помогать нам и будет решать наши проблемы за нас. И как Эсфирь спасла всех иудеев, мы увидим удивительное деяние. Иудеи одержат победу, а Аман погибнет на том дереве, которое приготовил специально для Мардохея. Когда мы читаем Библию, так интересно, в доме Амана. Смотрите, люди собираются и спрашивают, интересно, это Мардохей? Нет, но Мардохей, он не был таким полным. По-моему, это Аман. Не, ну зачем Аману умирать у себя дома? Нет, вы посмотрите внимательно, это же Аман. Да, это Аман. И все люди удивились. Десятки тысяч иудеев. Пишет, есть два указа. 13 дня, 12 месяца. Один указ говорит, чтобы убили всех иудеев. А другой же указ говорит о том, чтобы иудеи собрались и уничтожили всех противников своих, всех врагов своих. Почему? Потому что царь
он, не только он, никто не может отменить указ, который поставил царь. И поэтому тот указ, который говорит, чтобы убили всех иудеев, тоже невозможно отменить. Однако, оставив этот указ, ставится новый указ, который говорит, чтобы иудеи собрались и уничтожили своих врагов. И второй указ намного сильнее. Знаете, тут написано, что многие становились иудеями. Даже те, которые не являлись иудеями, говорили, что они иудеи. Как в Библии написано, подобные вещи происходят в нашей жизни. Когда мы свидетельствуем об Иисусе Христе, есть противники, есть страх, есть переживания, волнение. Однако Господь Бог, Он сотворил нас, Он поставил нас, как поставил Эсфир, чтобы спасти израильский народ. То же самое, чтобы мы спасли всех жителей города Сеул, чтобы мы спасли весь мир. И если сейчас мы промолчим, то спасение придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Именно поэтому мы живем ради этого Евангелия. Это сестра, ей только 20 с чем-то. Но она пошла, передавала и свидетельствовала Господа Бога. Это было удивительно. В этот раз более 300 студентов, которые в прошлом году побывали волонтерами за границей. А эта девушка, которая сегодня свидетельствовала, она снова хочет поехать в страну Шри-Ланка и хочет повторно быть волонтером один год. Многие студенты всю свою жизнь они жили ради своих желаний, поехали за границу и научились жить. Ради других, и они почувствовали счастье. Там культура отличается от Кореи. И поэтому там плохая еда, жизнь неудобная, есть очень много трудностей. Однако время прошло, и они привыкли к этому. Многие студенты второй раз, третий раз хотят поехать за границу, работать там. И в этом году есть студенты, которые поедут волонтерами за границу. Кто-то уже уехал. Эти звезды такие прекрасные. Один год они будут волонтерами там. Некоторые студенты, они изучают немецкий язык, говорят, что побывав в Германии один год, они лучше говорят на немецком, чем их преподаватели. На самом деле, в нашей стране студенты привыкли жить очень хорошо. Однако они видят, что есть люди, которые живут намного сложнее, и их сердца открываются, и начинают благодарить своим родителям. А родители же, видя, как их дети изменились, они спрашивают, это действительно наши дети? Когда Бог действует, может, вначале будет бремя. Однако Бог, Он будет до конца действовать. Давайте мы будем эсфирем сегодняшнего, которые без переживания идут к Господу Богу и передают Евангелие.